Hello, everyone! Всем привет! Итак, в последнее время мне стала часто попадаться одна группа, это группа Landmarks. Я не знаю, с чем это связано, в общем, давайте сейчас посмотрим. Для меня это совершенно новая группа, я никогда ее не слышала. Если есть фанаты этой группы на моем канале, то привет! И песня вот у них вышла недавно, ну как недавно, 4 месяца назад, по-моему, Self-Made Black Hole Feed Resolve. Оставайтесь вместе со мной. Never felt like home.
Интересные ребята. Давайте сейчас посмотрим, откуда они. Просто там был флаг у одного из участников Франции, если я не ошибаюсь. Из Франции, что ли, группа? А, да, из Франции. Metalcore... Что я сегодня говорить-то не могу? Metalcore группа. Ну, так понятно, там все слышно по этому поводу. Они из французского мегаполиса Марсель. А, вот. А созданы они с 2014 года. Прикольно. Очень классно звучат. Прям здоровские. Мне понравились у них очень классные переходы. Я такие люблю, когда идет перед припевом такая тяжелая часть, и припев идет на чистом вокале. Это всегда очень здорово звучит и очень круто слушается. Ну, это, по крайней мере, для меня. И, в принципе, это всегда так. В металкоре как бы такое часто используют этот трюк, и это всегда выигрышно. Вот, клип, конечно, тут просто шедевр, очень классный, очень здоровский. Тут рассматриваешь, и хочется еще больше смотреть, и всякие детальки какие-то рассмотреть, и еще больше насладиться вот этой картинкой. Ну, картинку они, правда, сделали очень классную, очень шикарную. Постарались, в общем, ребята, молодцы. Я в первый раз их слушаю, и мне очень понравилось. В принципе, вы можете в комментариях, кстати, написать, что еще можно у них послушать, с чем ознакомиться, с какой музыкой, может, что-то у них еще другое есть. И будет интересно послушать, если вы порекомендуете. Вот, так что очень здорово, очень круто. Отличный гроул, отличные барабаны, гитара и чистый вокал. Прям 10 из 10. Вот, так что очень-очень все это здорово. И вы, кстати, если кто-то заметил, то увидите, как у рок-групп что-то у них все связано. Вот последняя мода, такая тенденция у них пошла. Либо что-то связано с космосом, либо что-то связано с кибервселенной, скажем так, что в последнее время у них какие-то задаются такие тренды, и очень здорово. В принципе, такие, это очень темы такие разноплановые, что можно создать очень разные какие-то сюжеты в клипах, и это будет всегда очень здорово смотреть. Так что вот. В общем, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это все очень важно для моего канала, хоть как-то продвинуть его. Также я вас очень прошу, и также это очень важно, подписываться на Яндекс.Дзен, на Рутюб и на Бусти, если хотите поддержать меня финансово. А также остальные есть ссылки, как вы, чтобы поддержать мой канал финансово, это будет вклад в развитие моего канала. Вот, также подписывайтесь на все социальные сети, а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока, бай-бай.